«Готов к труду и обороне», слоган, который в последние годы набирает все большую популярность. Дети и взрослые активно сдают нормативы в погоне за долгожданным значком ГТО. В спортивном зале бассейна «Дельфин» знаки и удостоверения вручили саровчанам, доказавшим, что они готовы к труду и обороне, а также наградили победителей творческого конкурса «ГТО в ЗАТО». Что получили диплом. Так весело и задорно Ваня и Макар отзываются о творческом конкурсе ГТО в ЗАТО. Мальчиков наградили памятными подарками и дипломами в зале бассейна «Дельфин». Свои работы они выполняли вместе с родителями. В конкурсе смогли принять участие воспитанники всех образовательных учреждений. Они приносили нам поделки вместе с заявками. Мы проводили голосование сначала ВКонтакте, а потом финалов было два. Один финал выбирали как приз зрительских симпатий также ВКонтакте, а второе голосование мы уже на основании мнения жюри, то есть нашего оргкомитета и центра тестирования. И пять, получается, победителей приза зрительских симпатий ВКонтакте, и 10 человек выбрали мы, оргкомитет. Также в зале отметили людей, которые в этом году выполнили нормативы ГТО и наградили их удостоверениями и золотыми значками. В этот раз золотые значки получили около 30 человек. Среди них воспитанница ИКАРа Дарья Чуканина. За первый раз участвовала, я показала не особо хорошие результаты. И с бронзовой медалью меня настигло такое чувство, что я могу больше, я могу сильнее. Я могу стать сильнее, и я начала развиваться и развила себя до золотой медали. Участники, кто не смог попасть в списки победителей, могут обратиться в центр тестирования ГТО за получением благодарственных писем и памятных призов. Первенство города по плаванию «Новогодний дельфин» среди юношей и девушек прошло в бассейне «Дельфин». На старт вышли как самые юные воспитанники спортивной школы ИКАР, так и опытные спортсмены, постоянные участники городских и областных соревнований. Проверить свои силы, подвести итоги работы в течение года, разобрать ошибки, поставить цели на предстоящий год. Для этого пловцы спортивной школы ИКАР традиционно накануне новогодних праздников выходят на старты. Первенство города по плаванию «Новогодний дельфин» прошло в два дня. Юноши и девушки проплыли дистанции 50 метров вольный стиль, кроль на спине, эстафету 4 на 50 метров в двух возрастных группах. Во второй день на новогодние заплывы вышли как самые юные воспитанники спортивной школы ИКАР, так и опытные спортсмены, постоянные участники городских и областных соревнований. Я плыла два дня, две дистанции, эстафету. А дистанции какие, на сколько метров? 50 метров брас и баттерфляй. А почему именно эти дистанции выиграла? Потому что позапрошлом году я заняла по обоим дистанциям первые места. Я хорошо готовилась, на тренировках без остановки плавала. В соревнованиях были дистанции 50 метров, баттерфляй и брас. Каждый спортсмен выбирал две дисциплины. В заплыве также приняли участие пловцы СОВЗ. Первенство города по плаванию – отличная возможность для многих юных спортсменов приобрести соревновательный опыт, оценить свои возможности, посмотреть на соперников. Проплыл я 50 бат, и сейчас еще 50 брас поплыву. 50 бат я занял первое место. Эти дистанции, потому что я так на тех соревнованиях проплыл 50 бат. Средний результат, такой себе. А на тренировках мы плавали 1 бат, и попробовал, что из этого получится. И получилось хорошо по времени. Скоро еще 50 брас. Тоже нужно показать себя хорошо. В конце каждой дистанции проходило награждение победителей и призеров. Поздравляю всех саровчан с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, и чтобы у всех все получалось, и чтобы вы плавали. Плавание – хороший вид спорта. Целую россыпь наград привезли саровские спортсмены с областных соревнований по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке памяти Абаева. Воспитанники ИКАРа завоевали сразу 25 призовых мест. Среди медалей 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.
В свои 10 лет Варвара Латухова не раз становилась победительницей городских и региональных соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. За 4 года посещения секции девочка освоила различные сложные упражнения. Некоторые из них она показала на областных соревнованиях по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Памяти Виктора Ивановича Абаева. В своей возрастной категории Варя заняла первое место. Всегда выступаем на мини-трампе. Но там еще была дорожка. Я на дорожке не выступала, я не готовилась к ней. Так были волнения по комбинациям. Первым быть — это классно, даже весело. В серебряной медали с соревнований вернулась Софья Елгоенкова до первого места. В своей возрастной категории девочке не хватило сложности. Но Соня не расстраивается, говорит, что каждый раз, выходя на дорожку, не знаешь, что тебя ждет. С каждым днем я стараюсь сделать что-то новое, и когда мы уже должны будем ехать выполнять кандидата мастера спорта, я надеюсь, что я выполню. Воспитанники ИКАРа привезли домой 25 призовых мест, 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей в двух дисциплинах – акробатическая дорожка и двойной мини-трамплин. Всего в соревнованиях приняло участие 110 человек из 5 спортивных школ Нижегородской области. Когда выиграют, горжусь. Когда плохо выступают, бывает такое, что какая-то полоса. Вроде готовы, как бы поехали. Один упал, второй упал, что такое. Ну, бывает это, не знаю. Ну, здесь, конечно, от настроя зависит. Сейчас спортсмены спортивной школы ИКАР готовятся к соревнованиям ПФО, который пройдет в феврале в Тольятти. С 16 декабря на лыжной базе открылся прокат сноутюбингов и лыж. Все желающие могут взять спортивный инвентарь и активно провести время на свежем воздухе. Какая зима без катания на лыжах, ватрушках и санях? Отсутствие спортивного инвентаря – не повод отказываться от снежных забав. 16 декабря на лыжной базе открылся прокат лыж и сноутюбингов. Горка, на которой катаются на ватрушках, она расположена с правой стороны от лыжной базы. Горка каждый день укатывается ретраком, чтобы создать максимально ровную поверхность для спуска и чтобы минимизировать травмы, которые могут получить те, кто приходит кататься на ватрушках. Также у нас подготовлены трассы, и это спортивные трассы 5 километров, и трассы накатываются по поляне. Это 1 километр, 2, 3 километра и, соответственно, 5 километров. Прогулочные трассы рассчитаны на взрослых и детей с минимальным количеством подъемов, широким выбором дистанций. По словам директора лыжной базы Татьяны Вавилкиной, спортивного инвентаря хватит всем. Арендовать лыжи или сноутюбинг может любой желающий при наличии документов, удостоверяющих личность. Лыжи даются так же, как и сноутюбинги, это дается на час. То есть оплата идет за час. Также, в принципе, у нас можно лыжный инвентарь взять и на сутки. Ну, соответственно, это уже будет другая цена. Прокат спортивного инвентаря на лыжной базе будет работать ежедневно. По будням с 16 до 20 часов. В выходные дни с 10 до 20 часов. В праздничные дни аренда не прекращается. Дорогие наши болельщики и любители саровского хоккея, от имени всей хоккейной команды хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы хотим выразить вам искреннюю благодарность за вашу верность и поддержку на наших играх. Без вас, наши болельщики, мы бы не смогли достичь тех побед и высот. Традиции Новый год сопровождается новыми надеждами и возможностями. Пусть наша команда вдохновляет вас на победы и достижения в новом году. Мы будем продолжать упорно и усердно трудиться, чтобы достигать больших побед и радовать вас, наши болельщики. Мы ценим вашу преданность и любовь к команде. Ваши голоса и аплодисменты на аренах во время матчей – это наша мощная поддержка. Они заряжают нас энергией и помогают преодолевать любые препятствия. Мы обещаем, что и в новом году будем дарить эмоциональные победы, яркие моменты на льду. Пусть наступающий год будет наполнен не только спортивными успехами, но и миром, счастьем и благополучием для каждого из вас. Пусть ваши мечты сбудутся, а новогодние желания исполнятся. Мы желаем вам крепкого здоровья, любви и гармонии в вашей семье, успехов во всех ваших начинаниях и свершений в вашей жизни. Мы уверены, что вместе с вами мы сможем добиться больших высот и доказать, что наша команда – настоящая сила и единство.
Будем и дальше поддерживать друг друга и стремиться к новым вершинам. Мы будем бороться не только за себя, но и за вас, наших самых преданных болельщиков. От всей души желаем вам счастливого и волшебного Нового года. Пусть каждый день будет наполнен радостью и успехами. Мы с нетерпением ждем новых встреч на играх и надеемся заряжать вас своими эмоциями и энтузиазмом. Спасибо, что вы с нами. С Новым годом!